Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. На участке трассы Дагомыс-Мамайка введен реверс. Во избежание пробок изменена схема движения в Сергейполе и на Мацесте. Контроль за контролерами. В Сочи оценили деятельность сразу двух предприятий подведомственных департаменту транспорта. Проголосовать на выборах в ЗСК можно по месту фактического нахождения. Сегодня в Сочи открылись пункты приема заявлений. В Сочи стартует отборочный этап мирового чемпионата фейерверков. За право представлять там нашу страну будут бороться 8 команд. В этом году на Кубани построят, отремонтируют, расчистят и благоустроят почти 500 километров дороги. На ремонт дорожного покрытия в крае и краевой столице в этом году из бюджета всех уровней направляют беспрецедентную сумму. О ее выделении глава региона Вениамин Кондратьев распорядился накануне. В Краснодаре на эти деньги отремонтируют 50 улиц и 200 в крупных городах Кубани. Чтобы следить за качеством работ на участках, где идут работы, установлены 43 видеокамеры. Наши краснодарские коллеги расскажут, как продвигаются работы. В Краснодаре большой ремонт. Работы кипят и днем, и ночью, чтобы уже в ближайшее время там, где были непроходимые ямы, появилось новое ровное полотно. Причем обрадует оно не только автомобилистов. Укладываем тротуары, делаем водоотводы. Для жителей обеспечиваем нормальные доступные проходы. Параллельно идет укладка выравнивающего слоя и поднятие колодцев на проезжей части. И станет ездить вам комфортно всем. Сейчас скорость на некоторых участках дорог ограничена, кое-где и вовсе нельзя проехать. Все эти неудобства временные, нужно потерпеть, и городские улицы изменятся до неузнаваемости. Покрытие улучшится, меньше машины будут страдать, комфортность, настроение будет лучше. Ям меньше, трясешься меньше. Улучшится ситуация. Надеемся на это. А вообще, конечно, работ нужно провести очень много. Почти 50 объектов краевой столицы нуждаются в ремонте. Это 74 километра дорожного покрытия. Работы здесь разделили на два этапа. Начали с самых оживленных улиц. Которая позволяет в летний период при меньшей загрузке интенсивности движения провести быстрее работу на данных участках. Окончание данной программы конец октября. Месяца. Это когда завершатся ремонты. Кипит работа не только в столице Кубани. Ремонтируют дорожное полотно по всему краю. В этом году по планам будет построено, отремонтировано и реконструировано более 400 километров дорог. Бригады трудятся в Армавире, Геленджике, Анапе, Краснодаре и десятках муниципалитетов края. Решить дорожную проблему поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его поручению на ремонт и реконструкцию была выделена беспрецедентная сумма. Выделено 3,6 миллиарда рублей на ремонт 420 километров дорог местного значения, порядка 200 населенных пунктов. Кроме этого, на сам город Краснодар дополнительно выделено еще 2 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард – это средства федерального бюджета, 900 миллионов – это средства краевого бюджета и 100 миллионов – это средства муниципального бюджета. Таким образом, дорожный фонд Кубани в этом году составил 23,5 миллиарда рублей. На эту сумму отремонтируют опасные участки на трассах, нанесут новую разметку, установят освещение. А еще укрепят склоны гор, которые в будущем могут прийти в движение. Все это для того, чтобы дороги Кубани стали комфортными и безопасными. Анастасия Дешина, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Теплицы под ключ. В Крыловском районе фермер выращивает помидоры по современным технологиям. Вся система полностью автоматизирована и обслуживается одним человеком. Почти 10 лет назад Константин Ващенко сменил работу в офисе на личное дело и построил теплицу, рассказывает он главе региона, который сегодня в муниципалитете с рабочей поездкой. Одним из пунктов объезда у Вениамина Кондратьева стали теплицы Ващенко. Хозяйство специализируется на выращивании томатов в закрытом грунте. С одного квадратного метра фермер собирает 35 килограммов помидоров. Своим опытом производства молодой человек уже делится с начинающими аграриями. В чем тогда вот есть ноу-хау твоей технологии? При проектировании строительства оснастки теплиц мы используем подходы, которые используются в современных промышленных теплицах. Да. То есть мы адаптируем современные промышленные технологии в личном подсобном хозяйстве. В целом получается, как рынок сегодня реагирует на вот твое новшество? Проблем с реализацией нет. Это сегодня важно. Бери, работай, только не ленись. Побывал Вениамин Кондратьев на заводе по производству лимонада, а также заехал в кинотеатр. В прошлом году здесь должны были начаться ремонтные работы. Деньги были выделены из краевого бюджета, но район до сих пор не сделал проектно-сметную документацию. Сейчас она отправлена на доработку.
Продолжаем. На участке трассы Дагомыс-Мамайка временно введено реверсивное движение. Ограничение необходимо в целях улучшения пропускной способности автодороги Джубга-Сочи в часы пиковых нагрузок. Решение принято госавтоинспекцией совместно с мэрией и ДСД Черноморья. В утренние часы с 7 до 9 приоритет в движении отдан транспорту, который движется из Дагомыса в центр города. В вечернее время с 17 до 19 дополнительную полосу открывают для автомобилей, двигающихся в сторону Дагомыса. На основных перекрестках и пешеходных переходах этого участка работают инспекторы ДПС. Проработаны также маршруты движения в Центральном и Хостинском районах. Из поселка Сергей Поле машины пустят по улице Славы через Васильевку на улицу Высокогорная к остановке Гортоп. В микрорайоне Мацеста движение организовано с улицы Чекменева на объездную, минуя выезд на главную транспортную артерию города. И в целом до конца года вся схема дорожного движения, в том числе и работа общественного транспорта в Сочи, будут меняться. Сегодня первый заместитель главы города Мукдин Чермит провел совещание по оценке деятельности сразу двух предприятий, подведомственных департаменту транспорта города, и, проанализировав, сделал вывод об их эффективности. Продолжит Елена Овсецина. МКО – управление городского транспорта. Основная задача – контроль за работой общественного транспорта и оперативное информирование населения в случае, если на линии произошли изменения. Штат – 10 человек, это после прошедшего сокращения. Но и работа этого коллектива вызывает ряд вопросов. Со стороны сотрудников инициатив по улучшению работы общественного транспорта не было, говорит Мукдин Чермит. А финансирование предприятия идет из бюджета города. Годовое ваше содержание – 7 с лишним миллионов, правильно я понимаю? А вы приносите в бюджет края, ну, грубо говоря, где-то около 8 миллионов. Так в чем смысл? Денег нет, дисциплины нет, ничего, экономики нет. Еще раз повторяю, в чем смысл? Поясните мне. Как-то вы замерзли в одном месте и, по-моему, не в состоянии сдвинуться ни вперед, значит, ни вправо, ни влево. А бюджет края пополняется и за счет штрафов. Именно отдел управления городского транспорта использует 3 машины, которые оснащены комплексом фото-видеофиксации нарушения правил стоянки транспорта. Видим знак 327, остановка запрещена. И можем включать камеру и снимать уже нарушителей. За полгода выписаны штрафы 3600 водителям. Хотя на дорогах в центре Сочи порядка с парковкой так достичь и не удалось. Функция – это ГИБДД, и выполнять ее должны сотрудники полиции, считает первый заместитель главы города. А вот диспетчерской работой надо заниматься усиленно. 12 машин, которые движутся. То есть они находятся на линии, которые вот в данный момент именно движение осуществляют. Остальные у нас перерыв, на перерыве. Теперь, когда есть система ГЛОНАСС и видно, сколько на линии автобусов, так называемых левых машин, не должно появляться. По всем вопросам граждане могут обращаться на горячую линию по телефону 2-64-26-56. За последние полгода поступило 3780 звонков. Допустим, вот позвонил пассажир, говорит, вот нету на остановке, нету на такое-то время, допустим, автобуса. Вот мы смотрим по карте, был он, не был, раньше проехал. До 5 августа управление городского транспорта получено разработать схему дальнейшей работы в системе муниципалитета. И уж никак предприятие не должно быть убыточным. Отчиталась о своей работе сегодня и МУП, дирекция по финансированию работ, по внедрению, строительству и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения. Мукдин Чермит сразу же обратил внимание на название учреждения из 11 слов. Порекомендовал ограничиться 3 словами МУП – организация дорожного движения. Но проблема даже не в названии. Там кредиторская задолженность 31 миллион рублей. Существуют проблемы и с налогами. Бездарное ведение бухгалтерии. Это не постановка своевременно, значит, в известность руководителя. Мы получили в результате проверки неуплату НДФЛ на 8 миллионов. Что прикажете делать? Но деятельность предприятия нужная. Установка знаков дорожного движения, их обслуживание, разметка пешеходных переходов. Одним словом, необходима программа по оздоровлению учреждения. Более того, после перезагрузки этот МУП займется и ремонтом городских дорог. Сделано за последнее время в Сочи многое для организации дорожного движения, для улучшения работы общественного транспорта и транспортной логистики в целом. Но время диктует совершенствоваться и дальше в этом направлении. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Поехал покататься, вернулся со штрафом. В Сочи полицейские выявили водителя, незаконно использующего спецсигналы.
В ходе патрулирования инспекторы полка ДПС выявили грубое нарушение правил дорожного движения. В центральном районе на улице Конституции был остановлен автомобиль Volkswagen, который ехал с включенными проблесковыми маячками с сиреной. В ходе проверки выяснилось, что внедорожником управлял 20-летний житель Адыгеи. Однако водительских прав при себе у юноши не оказалось. Молодой человек пояснил полицейским, что взял автомобиль у отца покататься. В отношении нарушителя составлен протокол за использование световых и звуковых спецсигналов, установленных без разрешения. Наказание по данной статье предусматривает штраф до 5000 рублей с конфискацией устройства подачи спецсигналов и лишение права управления транспортным средством. МЧС Абхазии ищет туриста из России, который пропал в горах республики. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель ведомства Мизан Ломия. Подразделение МЧС ведут поиск Андрея Лихачева из города Раменское Московской области, который пересек границу с Россией по реке Псоу 9 июля и должен был вылететь в Москву из аэропорта Сочи 22 июля. Лихачев собирался пройти горный маршрут Псху, Черная вода, перевал Кулямба, а также посетить село Цабал. О пропаже россиянина заявили его родственники. Поиск туриста в это время ведется с направления села Псху и со стороны перевала в Гудаутском районе, добавил представитель МЧС Абхазии. К другим новостям. Проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, которые состоятся 10 сентября, можно теперь по месту фактического нахождения. Сегодня в Сочи открылись пункты приема заявления о включении в список таких избирателей. По инициативе Центральной избирательной комиссии одобрен новый порядок включения в списки избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Отменены открепительные удостоверения, упразднено досрочное голосование. В городе открыто 6 пунктов приема заявлений от тех, кто будет голосовать не по прописке. 4 в зданиях районных администраций, 2 дополнительных в Дагомысе и Олимпийском парке. Ранее открепительные удостоверения, которые были предусмотрены законодательством, позволяли избирателям голосовать на любом избирательном участке, но получить открепительное удостоверение можно было только по месту жительства. Сейчас новый порядок предполагает возможность включения в списки избирателей по месту фактического нахождения. Многофункциональные центры также принимают заявления о включении в список избирателей. Обращение подается лично при наличии паспорта и состоит из 2 частей. Основная остается в пункте приема, а избирателю выдают отрывной талон, подтверждающий подачу заявления. Напомню, что голосовать на нынешних выборах 10 сентября вправе жители Краснодарского края, достигшие на день голосования 18 лет. В Краснодарском крае зачисление абитуриентов в вузы начнется с 27 июля. Это касается тех абитуриентов, которые предъявили при поступлении только результаты ЕГЭ. Списки будут доступны на информационных стендах в вузах, а также на официальных сайтах. Баллы будут указаны напротив каждой фамилии. С 28 июля начнется зачисление идущих по целевому приему. К 31 июля все высшие учебные заведения Кубани должны будут вывесить окончательный перечень поступивших. До начала учебного года остался месяц. Для школьников август – еще время отдыха, а вот для организации, взявших шефство над школами – самая горячая пора. Успевают ли подрядчики привести Дом знаний в достойный вид, проверил глава Сочи. Анатолий Пахомов посетил 18-ю школу, что в Кудепсе, в микрорайоне. Она одна, поэтому сюда ходят все его юные жители. Некоторые сегодня в спортзале на тренировке. Но темпы ремонта главу города не устроили. Представителю шефской организации он поручил активнее вести работу. Тем более, что не везде требуется полная замена тех же коммуникаций или сантехники. Кое-где достаточно просто обновить штукатурку и краску. Заходишь в школу, эту сторону, даже ту, если не сделаете, ничего страшного. Вот это покрасить. В целом по городу к 1 сентября свежим ремонтом, что называется от шефов, смогут похвастаться еще 5 школ. 66-я, 76-я, 79-я, 89-я и 91-я. В 3 обновлен спортзал, в 2 других отремонтирован фасад. Также после реконструкции откроется школа на 200 мест в поселке Верхняя Беранда, которая ранее была признана аварийной. Ведется строительство блока начальных классов на территории 100-й школы. Работы кипят и в 84-й школе в поселке Совет Кваджи. В следующем году начнется долгожданное строительство школы на Мамайке. Ее ориентировочная стоимость немного более 900 миллионов рублей. Осилить проект поможет краевая субсидия. В итоге микрорайон получит школу на 800 мест с летним оздоровительным лагерем. В Сочи пройдет антитабачный марш. Принять участие в нем смогут все желающие, тем более, что курорт давно уже подписал хартию «Город свободный от курения». Победить эту пагубную привычку сочинцам готовы помочь, причем бесплатно, и специалисты кабинетов отказа от курения.
Николай – курильщик с многолетним стажем. Расстаться с пагубной привычкой, признается, хотел давно. Были попытки отказа от курения, но результата нет. Сегодня он пациент Центра медицинской профилактики и надеется, что здесь помогут избавиться от табачной зависимости. Я был на консультации у врача, он мне объяснил пагубное влияние. Я хоть и так знал, но он мне это все показал и более как-то стало понятно, да, для чего мне это нужно и почему там какие-то реакции организма сегодня, которых раньше не было, проявляются. Поэтому появляется больше мотивации это сделать. К кабинету отказа от курения, который располагается на базе Центра здоровья для взрослого населения, 4 года. За это время его посетило больше 1000 человек. Им оказана помощь, и многие отказались от пагубной привычки. К слову, любой гражданин России может пройти диагностику и получить лечение при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно. Обследование займет не больше получаса. По этим всем данным можно, в принципе, доказать пациенту и мотивировать его лечиться, и доказать ему, что курение – это есть фактор риска развития сердечно-сосудистых либо других заболеваний, то и легочных в том числе. Процесс лечения состоит из двух основных стадий. Это психологическая работа с пациентом и нетрадиционная медицина – это электропунктура. Это воздействие на точки, биологически активные точки уха. Лечение занимает от недели до 3, и таких кабинетов в городе 8, но в основном они оказывают только психологическую помощь. В городе с 2010 года реализуются программы снижения табакокурения среди населения. И положительных решений в этом вопросе можно добиться только благодаря комплексному воздействию. Проектов здесь реализуется немало, в том числе и антитабачные шествия. Очередная акция запланирована на 1 августа. В ее рамках по центральным улицам курортной столицы пройдут активисты с антитабачными лозунгами. Проблема очень серьезная, не только, конечно, для города Сочи, для региона, для России в целом, для мира. Но Россия позорно за собой, к сожалению, сохраняет позорное ведущее место в плане потребления табака. И мы не можем с этим мириться, и поэтому мы все время изобретаем новые и новые методы. К комплексности в том числе относится и наличие наших кабинетов отказа от курения. Выступить в поддержку антитабачной кампании и сказать твердое «нет» табакокурению можно, в том числе присоединившись к антитабачному маршу. Стартует шествие 1 августа в 17:00 от Южного Мола и пройдет до гостиницы «Жемчужина». Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Открытые бесплатные концерты пройдут на Южном Малу в дни фестиваля «Сочи Джаз». Он состоится в нашем городе с 3 по 6 августа. Бесплатные концерты пройдут на площади у Южного Мола 3 и 4 августа в 17 часов. Традиционно фестиваль откроется музыкальным шествием во главе с Игорем Бутманом, мэром Сочи Анатолием Пахомовым и сотнями музыкантов, а также жителей и гостей города. 3 августа в 16:30 все желающие смогут пройти вдоль морпорта, окунувшись в атмосферу нового Орлеана начала 20 века. Ведь именно с марширующих оркестров берет свое начало джаз. В прошлом году на площади Южного Мола дали бесплатные концерты, известные всему миру трубач Алекс Сипягин и саксофонист Уилл Уинсон. В этом году под открытым небом выступят сразу 3 биг-бенда. 28 июля в Олимпийском парке Сочи стартует отборочный этап мирового чемпионата фейерверков. За право представлять нашу страну в соревновании, финал которого состоится на курорте в 2018 году, будут бороться 8 российских пиротехнических команд. Пиротехнические показы пройдут на центральной площади Олимпийского парка Сочи 28, 29 июля, 4, 5 августа, 11, 12 августа и 25, 26 августа. Выступления будут начинаться в 21 час и заканчиваться в 22:30. В один день выступает один участник чемпионата. Каждый подготовит пиротехнические показы согласно конкурсному заданию и продемонстрирует 3 композиции фейерверков длительностью 5-6 минут под различные музыкальные сопровождения. Организаторы конкурса принимали участие в подготовке фейерверков на церемониях открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедерации, а также в честь дней города Москвы, Казани, Ярославля и Санкт-Петербурга. И в завершении информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Вале Денталь». Практическая имплантация и протезирование за один день. Во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Центр доктора Бубновского в Сочи. Победи боль в спине и суставах. Индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.